Доброе утро. У нас понедельник, вот 18 октября. Последний раз я выходил на связь 3 дня назад. Это был Октоберфест. Ну, на следующее утро тоже вышел на связь, но я, мягко говоря, был уничтоженным бойцом. Поэтому, что произошло? Мы сходили на Октоберфест, и я достаточно сильно прервал свое безалкогольное пребывание в этом мире, что меня подкосило просто на 3 дня. Я в пятницу тусили, в субботу я был... Вообще, это просто самый, наверное, худший день за последние пару лет в моей жизни. Вчера я просто был никакой. Ну, типа, лучше, чем в субботу, но все еще недостаточно хорошо для того, чтобы встать с кровати. Сегодня понедельник, пора много чего сделать. Много дел накопилось за эти 2 дня. И первое из них — это поехать забрать паспорта, которые нам прислали с американского посольства. Так, короче, я приехал на место. Вот это RPX Logistic. И тут еще и FedEx. Короче, есть два момента. Два адреса. Его один прислали в бумажке, другой прислали по почте. И они немножко не соответствуют друг другу. Но пока я, короче, тут пытался найти место, я достаточно сильно удивился, потому что напротив меня просто самолет. Я не знаю, что это. Похоже, скорее всего, это какой-нибудь ресторан. Такая движуха должна быть. Я пошел, собственно говоря, искать паспорт и где мне его получить. Все оказалось правильно, все-таки FedEx, потому что, блин, вторая локация была вообще там, типа, где-то очень далеко и очень неправда. Сейчас девушка пошла искать наши документы. Сейчас мы узнаем, насколько дали визу. Все, мои доки тут. Теперь самая интересная часть. Для этого я... А, байк. Как думаете, насколько дали визу? Паспорт мой. Ищем визу. 12 октября 2024 года. На 3 года. В принципе, было спланировано. Приз, думаю, тоже так. Yes!